Доброе утро, Полтава. Сегодняшнее утро. Говори, доброе утро. Доброе. Сегодняшнее утро мы начинаем возле правого шарика. Смотря с какой стороны смотреть. Смотрим от ЦУМа, правый если шарик. Если так, то да, при входе правый, при выходе левый. Да. Сегодня у нас пьет американо Света Бондарева. Бондарева. Во, извини, пожалуйста. Специально сделал, точно. Света, не так давно ты делала репортаж о злосчастном холодильнике. Чудо-холодильник, да, было дело. Нас выгоняли оттуда даже. Вот, о чем я и хотел спросить. Твои ощущения, твое послевкусие после этого, как работала полиция, как себя вел хозяин этого предприятия? Ну, это не хозяин был, он представился, во-первых, менеджером. Полиция, ну, молодцы, приехали быстро, насчет этого они молодцы, но они нас не дождались. Почему, я не могу понять. Они попросились, ты поняла, либо же им надо было дальше куда-то ехать, а там переливание шло с пустого в порожнее, и ребята в течение полутора часов уже замучились сидеть. Но они уехали, даже не предложив мне заявление написать, хотя я акцентировала постоянно внимание на том, что меня выгнали. К сожалению, законов не знают, просто люди законов не знают. Из-за этого получаются вот такие вот казусы. Как бы, ну, я ссылаюсь на это. Света, вы относитесь к очень маленькому количеству полтавских корреспондентов, которые суют свой носик в такие разные места, и вы часто попадаете в разные передряги, я знаю точно. Ну, полицию вызываю периодически, да. Полицию бывает. Вызываете. Вообще, ощущения ваши, вот люди часто говорят, запрещают снимать, не хотят, чтобы снимали. Как вы к этому относитесь? Ну, конечно же, негативно то, что люди не знают. Но если человек не знает, ничего не поделаешь. Ощущение, ну, неприятно, конечно, когда тебя выгоняют, когда тебя хватают за камеру. Страшно за технику, прежде всего. Прежде всего, страшно за технику, чтобы ее не побили. Она дорогостоящая. И из-за этого приходится уходить немножечко. А так, ощущение неприятно. А что хорошего в вашей работе? За что вы ее любите или не любите? Разнообразие, общение. Получается помогать людям, это прежде всего важно. И часто людям помогаете? Ну, социалкой занимаюсь, да. А вот, ну, вы знаете, да, я с депутатами часто разговариваю об этом. А вы как себя чувствуете? Вы как депутат все-таки делаете много хорошего? Наверное, у меня немножко иные задачи, нежели у депутатов. Ну, вы же обществу помогаете. Ну да, стараемся помогать. Но депутаты, ну, не знаю, у них больше каких-то прав, религий и всего остального, нежели у нас, журналистов. Но мы тоже немаловажны. Вопрос в лоб. А вы знаете своего районного депутата? Нет. К сожалению, нет. Его не видно, не слышно. Ну вот такое утро у нас сегодня. Мы доброе утро всем пожелали. Да. И мы увидим нас утром. И будем стараться чаще встречаться с вами. Я думаю, что возле правого шарика будет жить проект. Все-таки возле правого шарика. Здесь есть и кофе. Либо же левый, если при выходе. Если при выходе. Если выходишь левый, если смотришь на него правый. Смотря откуда войти, да. Опять смотря откуда идти. Приходите к нам. Мы вас встретим и дадим возможность высказаться. Спасибо.